Прочитав книгу Анжелики Смокотиной «Лотосовое рождение. Домашние роды на Бали», я восхитилась. Восхитилась этой искренней, душевной, этой теплой историей, которой делится Анжелика Смокотина в своей книге с читателями. А также теми ценностями, о которых она рассказывает, о браке, об институте семьи, о том, какими должны быть родители и сколько должно быть любви у пары для того, чтобы родился на свет маленький человечек. И лотосовое рождение – это естественное рождение человека на этот свет, наиболее гармоничное, наиболее комфортное, наиболее безболезненное рождение, которое позволяет сохранить человеку его способности, возможности и его здоровье наиболее эффективно, наиболее максимально. И Анжелика своим примером, примером своей семьи, дает нам всем это понять. Как жаль, что многие забыли о том, что лотосовое рождение – это естественное рождение. И то, что сейчас происходит в роддомах, это, к сожалению, некоторое варварство над приходом человека в этот мир. Я бы очень хотела, чтобы как можно больше людей прочитали книгу Анжелики Смокотиной и хотя бы узнали, если не предприняли, но хотя бы узнали и начали размышлять над этим. Может быть, позже применили в своей жизни это прекрасное рождение под названием «Лотосовое». Анжелике спасибо огромное за ее пример, за то, что она написала прекрасную книгу и потратила немало сил на то, чтобы донести людям всю информацию, всю ту ценную информацию о лотосовом рождении. Спасибо!